проект на ремонте.про, онлайн-платформа по ремонту квартир. Нам нужно минимум 30 миллионов, в идеале 100. Если привлекаем 100 миллионов, то окупаемость на 25 месяц, рентабельность инвестиций за третий год составит 1468%. Немного обо мне. Сегодня мне исполнилось 29 лет. С 12 лет я помогал отцу выполнять ремонты. 4,5 года назад я открыл свою первую фирму по ремонту квартир. 3 года делал ремонты сам, допустил 1000 ошибок, выявил сотни проблем и нашел для них системные решения. Последние 1,5 года я разрабатывал платформу, включающую в себя все эти решения. На данный момент на рынке ремонтов есть несколько основных проблем. Первая проблема – мало специалистов. Как решают эту проблему конкуренты? Уходят от ответственности через посредничество, минус они не контролируют качество. Обучают мастеров лично, либо отправляют на обучение к производителям материалов. Это хорошо, но маленькая пропускная способность. Как решили проблему мы? Обучаем и сертифицируем специалистов в своем онлайн-университете. Это позволяет нам обучать 1000 специалистов одновременно, не затрачивая на это ресурсы. Проблема рынка. Сложность взаимодействия с клиентом. Как решают проблему конкуренты? Уходят от общения через посредничество и снова не контролируют качество. Выполняют ремонт только по готовым стилям. Минусы теряют уникальность и прибыль отсекает часть рынка. Как решили проблему мы? Общение и работа с клиентом протекает через личный кабинет. Какие плюсы? Легко оплачивать и контролировать работу, электронный документооборот. Проблема номер 3. Большая конкуренция на рынке рекламы. Как решают проблему конкуренты? Увеличивают бюджет на рекламу и маркетинг, тем самым уменьшая свою маржу, либо увеличивая стоимость для клиента. Как решили проблему мы? Разработали систему, которая позволяет получать заявки на ремонт бесплатно. Какие плюсы? Отсутствие конкуренции, нам не нужно бороться за клиентов, и мы получаем 1000 заявок бесплатно. Объем рынка. 80 миллионов квадратных метров жилья строится каждый год. 3,6 миллиарда квадратных метров – размер жилищного фонда РФ. Достаточно менее 1% от рынка квартир, которые строятся каждый год, чтобы выйти на чистую прибыль от 100 миллионов рублей в месяц. Более подробный расчет вы сможете увидеть на 11 слайде. Наша бизнес-модель включает в себя 26 видов монетизации. Чистая прибыль с одного клиента – 197 тысяч рублей. На этой таблице вы можете увидеть расчет прибыли всех видов монетизации при незанимаемой доли строящегося жилья – 0,7%. Есть ли у нас конкуренты? Если говорить о небольших компаниях, то конкуренции в них нет. Мы разработали продукт таким образом, чтобы не конкурировать с ними, а наоборот сотрудничать с выгодой для обеих сторон. Что касается других игроков, есть небольшая конкуренция. Это такие компании, как Т-Номер, Окремонт и Квадрим. Однако наши бизнес-системы имеют кардинальные различия, и ни одной из этих компаний не реализовано даже 2% от нашего функционала. Какие конкурентные преимущества у нас есть? Все, что нужно для ремонта в одном месте, у нас 17 видов услуг. Мобильное приложение позволяет управлять ремонтом с телефона, переписка с мастерами, оплата онлайн, электронный документооборот и все отчеты у нас в телефоне. Безопасная сделка, трехуровневый контроль качества и скидки в большинстве строительных магазинов. Цель компании – к декабрю 2019-го запустить бета-версию платформы. К декабрю 2020-го открыть 70 филиалов, выйти на чистую прибыль 70 миллионов в месяц. К декабрю 2021-го выйти на чистую прибыль 300 миллионов в месяц. Команда. Над платформой будет работать компания QSoft, которая создала всем известную AMA CRM. Всем маркетингом и контентом будем заниматься сами. Сколько денег нужно и для чего? Минимум 30 миллионов, лучше 100. В основном деньги пойдут на разработку платформы и мобильных приложений для нее. Также на создание контента для соцсетей, университета дизайна и ремонта. Инвесторы получают 30% доли компании и чистой прибыли относительно своего вклада. Я рассматриваю 2 варианта инвестиций с правом выкупа и без права выкупа доли инвесторов в будущем. На этом у меня все. Буду рад сотрудничеству. Вот мои контакты.